Здравствуйте, друзья! С вами вновь Алексей Шарапов. И сегодня снова обновочка. Вот такой вот пришел замечательный шприц колбасный на 5,5 килограмм. Вот в такой вот упаковочке пришло. Что, собственно, здесь? Сам шприц в разобранном виде, две струбцинки и вот такие вот насадочки для того, чтобы непосредственно через них выдавливать фарш мясной. Все сделано достаточно удобно, крепится очень надежно к столу. Струбцинки выполнены из нержавейки, сам корпус этого шприца тоже из нержавейки, гаечки сделаны из алюминия и ручка похожа алюминиевая, ну и вот эта вот станинка. В чем преимущество такого шприца? Я давненько присматривался, изучал всю информацию по шприцам. Здесь есть несколько особенностей. Первое, что меня очень даже порадовало, то, что очень быстро все разбирается для того, чтобы и приводится в такое положение, чтобы, допустим, наполнить фаршем. Вот смотрите, здесь, кстати, не винт, а зубчатая рейка. Очень удобно. Вращаем. Вот шток выдвинули, поршень. Всего-навсего чеку достаем. Вуаля. И все, шприц в вертикальном положении, ничего не надо снимать. Набиваете фаршем. Желательно трущиеся поверхности смазывать какой-то смазкой, маслом, например, жиром. Обратно в горизонтальное положение вставляете чеку. И все. Кстати, чека, как обратите внимание, сделана на цепочке. Удобно, не потеряется. Все, отцепил, прицепил. Все, вставили чеку. Выбираете необходимую цевку для оболочки, смотря какого размера. Здесь, кстати, в комплекте идет 4 различных цевки различного диаметра. Для колбасы, для сарделекс, для сосисок. Все, вставляете цевку. И крепите ее. Все быстро, довольно-таки. Все, закрепили надежно. И сейчас вот я вам покажу еще одну особенность, почему именно выпал именно на этого производителя шприцов. У многих шприцов нет отверстий для стравливания воздуха, поэтому когда вы набьете фаршем шприц и проталкиваете его в оболочку, он проталкивается вместе с воздухом, который неизбежно в пустотах где-то или даже среди фарша может оказаться. Здесь же сделаны специальные отверстия, причем фарш через них не пойдет. Я даже сам до конца не понял, как это сделано. Вот смотрите, я толкаю, вот зажимаю цевку, слышите? Воздух выходит свободно. Таким образом, воздух не попадет у вас в готовую продукцию, в колбасу или сосиски, сардельки. Вот это вот очень замечательно выполнено в этом шприце. Еще порадовало то, как быстро он разбирается для мытья. Выдавили полностью весь, допустим, фарш. Приводите в вертикальное положение и вуаля, легкое движение, и все, цилиндр снят. Можно мыть.
Вот такой вот шприц, о котором, собственно, мечтал давно, еще в 90-е годы, когда пошел в фермеры. Но тогда, к сожалению, не было возможности прикупить. Это сейчас всякого товара полно. Вот, а тогда слабовато с этим делом было. И то, что было, очень дорого все было. Вот, а теперь мы имеем прекрасную такую возможность купить замечательный шприц. Ссылочку, где я брал, вам оставлю внизу под видео. Ну что ж, на этом обзор заканчиваю. Будем делать колбасу и сардельки.